очень творческий человек, и для меня креативное пространство. Тоже, кстати, вам как основателям компании, и в долине тоже уже большой тренд, смотрите, наверное. Сотрудники, особенно миллениалы моего поколения и младшего поколения, для них пространство, в котором они работают, и креативность, которую они могут выражать, это критично. Поэтому все технологические компании долины, они доходят до абсурда с иксбоксами, бинбэгами, массажными креслами, массажами, бесплатной едой, и там количество плюшек для сотрудников, оно просто бесконечно. Вот, поэтому, когда я начала работать на 908, больше всего меня, конечно, привлек офис, а потом я поняла, что, ой, оказывается, в мире есть такие же люди, как я, и они все в Сан-Франциско, которым не все равно, которые хотят изменить мир, которые видят проблемы и которые чувствуют свою личную ответственность за эти проблемы, которые не жалуются на государство, на соседа, на родителей, еще на кого-то, которые говорят, я хочу это изменить. И я такая, вау! Я хочу с этими людьми тусить, я хочу с ними общаться. Тогда мне появилась мечта переехать в долину. Заняло у меня это 3 года, потому что еще 2 года я была в Украине, и потом, как я уже сказала, я ехала в Индию, и в какой-то момент моих путешествий я была в Грузии, и был выбор либо ехать в Европу, либо поехать в Америку. И, ну, Европа показалась рынку для бизнеса не очень тогда логичным направлением, и поехала в Сан-Франциско посмотреть, вдруг понравится. В общем, приехала, посмотрела, понравилось.